Всем привет, с вами Швиля, и сегодня мы будем тестить игру Red Tides Art of War. Или Art of War Red Tides, без разницы. Поехали. Так, здесь, короче, вот самое прикольное, что без вариантов, вообще без вариантов. Ладно, логинимся типа через Steam. Пишем свое имя. Так, что-то меня сразу перекинуло непонятно куда. Опа, она может типа обучение. Давайте посмотрим. А че это? Меня хоть спросили что-нибудь вообще? Ребят, а я вообще не стреляю? То я-то, блядь. То я-то, блядь. Ну и чё? Так, чё ты сделал? Поехали. А чё мне? Ребят, что за дичь? Что за дичь? Ты втираешь мне какую-то дичь. Давай я этого попробую. Или может быть мне не надо было прибавлять. Окей. Ну и чё, я вот прибавил. А может быть минуса? Чё там случилось? Опа. Domination. Так, всё, короче, типа мы выиграли. Ладно. Так я не понял, что за хрень вообще творится, бля. Бля, ребят, ну, вы у меня сначала... Так, объясните мне, что вообще делать сначала. Тут без построек, без всего, короче, я так понял. Ладно, давай добавляем. Вот этого чувака, короче, видно, он жесткий. А можно прибавить? О, вот он... Он жарит его. Только я не понимаю, это просто обучение. Обучение, ладно. Обучение. Ну? Мне, блядь, скажите, что вообще от меня зависит. Герой такой. Что за ниндзя, бля? От меня что там вообще? 10 минимум действий вообще. А что он делает? Что это? Что это, я не понимаю. Тренер. И что? Все. Хорошо, понял. Так, идем дальше. Типа улучшить. Окей. А, на поле боя даже можно улучшить.
вообще стреляетесь? Да, пульты. Вообще мне дадут что-нибудь вообще сделать? Я вообще не понимаю. Так, все, теперь я типа выбрал. Типа выбираю. Ладно, давай вот этих вот. Давай вот этих вот. Вот этих вот. И вообще, короче, крутые. Что можно, может быть. Ладно. Так, и теперь что? Как запустить-то? Ну и что? Ну и чё? Как запустить, слушай, а? Ну и... Блядь, а чё за хуйня, Вася? Чему я улучшаю? Где они? Где они? Дайте что-нибудь нажать. Пробел. Давай еще. Что тут творится, я не понимаю вообще. А, я типа... Сколько у меня накапливается? О, давай вот это вот пиздюшу. Чё она делает? А, подожди. Где он? Где этот? Или? Штука какая-то вообще жесткая. Что она лечит типа того. Что такое?
Мы получили награду за этот бой. Сейчас пытаемся продолжить. Бэк. Назад. Все, что-то мы получили. Так, армис. Здесь типа. Какие? Какую армию мы тут полисуем? Что это у нас? А можно улучшить? Ага. Какие у нас еще открыты? Больше ничего не открыто. Так, сохраняем. Давайте видим назад. Ага, все, сохраняем. Play. Давай, да, старт гейм. Примерные. Тут еще и арена, короче. Тут примерно время ожидания. А это что у нас? Так, акцент. Сейчас, короче, посмотрим, как играть против игроков. Сейчас играли против тренера. На данный момент сейчас поиграем против игроков. Коммьют. Пакет, наверное. Это все такое. Что-то такая типа башня, что ли, не знаю. По типу чего сделали батл, батл арена. Не знаю. Че, оф. Так. Плиз, че, плиз? Типа интер что ли, или че он там? Вообще что-то смотрите. What the fuck? Все русские, да, минимум. Я нажимал рейди, рейди. Что за фигня? Ох, и сам первый сгрузится. Так, ну чё, плюсуем, да? Вот так вот, как обычно. Идем побольше. Так, и мы, я так понял, раз, два, три, против них. Типа арены, так ждем. Типа ждем. Чего ждем? А, они видят, что... Они как бы это... Да, я так понял. Давайте подождем. Да, вот это возьмем. Так, это у нас вот они. Ебать, что за... Я не пойму, а где наши? Где они вообще что-то копят? Что-то не понял. Так, посмотрим. Так, я не понял. А чё это? Может, там мы типа по отдельности? Наверное, скорее всего. Чё это, 150 секунд. Надо вот эти вот вспомнить, что. Что-то не пойму. Так, они... Что вы? Это просто смотрите.
Просто what the fuck. Все русские играют в эту игру. Просто, блин, пиздец. Давайте, датер. Датер. Максимальный бодатер. Да он, блин, ничего такого не делал. Что за what the fuck? Что за фигня? О, вау, что тут делает? Кого-то убили его. Кого-то убили, ребят. А у них подмогу уже. Мы, короче, ничего не делали для такого. Ну что, подмога? А как подмогу выводить? Что-то в это факт. Короче, походу все. Пойму только китайцы, блядь, больше никто. Давайте защитнику ставить полно. Я давай удачи. Да, пидарас, ты что творишь? Ватафак, не пиздец. Че такое 7000? Просто один кто-то экономит, что ли, не пойму. Сливает игру. Почему у него 7000? Вот сейчас мои типа идут. Тогда вот это вызовем. Я не понимаю, почему. Вот этот 7000 бы экономим. Че это такое за фигня? Даже защитников много. Что-то они мне нравятся. Хотя бы просто вперед бегут его. А это тоже мои, короче, типа. Да, наверное, думаю. 5000 с лишним, ё-моё. А это кто такое? Да, вот это вот. Всё. Опять они там со своими. А мы-то как им, по-моему, должны. У нас что, нету? Подмоги? Ребят, 9000, чувак, просто экономит 9000. Защитника, ставьте. Все, у нашей вышки, короче, тут и фигнец. Фигнец или капец. Или фигнец, капец. Вон, китайцы видели, значит, короче, мы играем втроем. Ну, конечно, если один экономит, то хоть ты еще его сказать. Пошел в жопу уже. Так, ну это типа 50 на 50 пришло. Давайте. Введите всю мощь на себя, ребят. Ты дыщ, он видит, что он творит. Ты дыщ. О, ну, просто берем этих вообще полно. Тоже мои такое, а это его. Заруба не детская, я вам скажу. Давайте вот это еще одного. Мне не нравится просто. Ну, в принципе, эти вообще держатся нормально. Молодцом.
кто это. Сейчас типа мы сзади подойдем вас, всех зажарим его. А, и наш, короче, вот китайцы приехали. Вот мы играем просто вдвоем, ну 12 тысяч, представляете? А, если мы еще вывел какую-то шляпу, блядь. Давайте-ка присомнем. Не, давайте защитника больше ставить, что мне не нравится. Мне вообще там жесткие, что подходит и кидает, бам-бам, наверное, что-то еще там неплохо его себя ведет. Уварь. Что это такое? Почему сейчас что-то такое? Шай, блядь, первый кто? Вообще просто не хочет ничего делать. Вообще просто. Вдвоем тащим всю катку нам. Вдвоем. На 900, короче. А, давай посмотрим 900. 900. Давай, апгрейдим. Че, апгрейд толку? А почему у меня нет быстрых телефонов? Чуваки, вы что-то пишете, что ли? Смотри, тут даже маленький есть. Хм. 31, давайте апгрейдитесь. Так, а где мои? Это мои, может быть? Потому что это мои, кстати, невидимые. Типа невидимые. Вообще нормально. Так. Высота, это так. 8 секунд. Что вы говорите? Блин, не пойму вас. Апгрейдился? Всё. Почему я мало? Почему нет ничего? Тысячи с лишним, блин, и вообще ничего нет. Да, вообще такой. Что-то роботы какие-то. А, смотри, эти. А у них самые жесткие, короче, они. Что это все не пойму значит? Не, зачем этих стрельцов побольше? Я потратил просто ни денег, вообще никуда. Они даже не дойдут, по сути. Что-то здесь давай тут. Ну, по сути, не так. Очень 20 тысяч, представьте, 20 тысяч, вот мудак, а. Почему я ничего не могу? Я ничего не могу. Нет, 2400, короче. Что-то говорит.
блядь. Это же мои пошли, да? А давай эти, они уж там не мечаются. Вот физик, чё, ё-моё. Пороста. Давайте вот эти, мне кажется. Чьи? Короче, мне надо вот эти, да. А я так понял, что это вот эти штуки. И они эти катапульты не достают, так что берем эти. Сейчас катапульты все раскачаем. Конечно, что я проебал. Все? Что? Ну, короче, это минусовывать. Как минусовывать? Мы выиграли вдвоем против троих, вы представляете? Просто, я даже, в принципе, имя их не понимаю, как их зовут вообще, и кто это такие. Они китаел. Профи. Типа тут что-то апаешь, да? О, танчик какой-то. Что могу сказать об этой игре? Игра... Не знаю, на любителя, на китайского, наверное, любителя, потому что вы сами видели, что даже американцев ни одного нет. Еще игра, если вам нравится, вы, конечно, играете. На этом мой обзор заканчивается. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч, пока.